моя бабушка, Шакура Галина Анатольевна, рассказала мне, что участником Великой Отечественной войны был ее отец, мой прадедушка, Медведев Анатолий Михайлович. Он родился 23 ноября 1924 года, окончил Липецкое военное училище. Боевое крещение. В роли командира мотострелкового взвода мой прадедушка получил в боях за деревню Песочная Брянской области. Это были тяжелые бои, Красная армия постоянно отступала. Но героизм солдат позволил дать отпор врагу. Летом 1943 года девушка получила свое первое легкое ранение в кисть левой руки. Лечился в госпитале и снова вернулся в родной взвод. Тогда он был награжден медалью «За отвагу». Мой прадедушка был награжден орденами в боях за деревню Орля в Брянской области. Был тяжело ранен осколком в грудь и потерял левый глаз. И снова в госпитале. Я считаю, что мой прадед был настоящим патриотом, любящий свою родину. Ведь несмотря на тяжелое ранение и отсутствие одного глаза, он вернулся в строй и с победой дошел до Чехословакии. В нашей семье бережно хранят наградной лист моего прадеда.